Здравствуйте! Сейчас мы узнаем, какие видео из тех, что обозревались в шоу «This is хорошо» в феврале, понравились зрителям больше всего. Этот топ собран по результатам публичного голосования на сайте thisishorosho.ru. Что ж, приступим! Некоторое время назад один норвег запустил вот этот тренд. Скользить по снегу в халате и с кофе. Как бы странно это ни звучало. Видео, которое появилось почти сразу за ним, попало в наш выпуск и открывает этот топ. В выпуске мы заявляли, что это шведский способ добираться до работы, но, как оказалось, это исключительно норвежское развлечение. Вон, этот же парень уже повторно пробовал убиться. Но выжил. Ничего, еще получится. Главное, упорно идти к своей цели. Следом за пока еще горячим норвежским парнем вот этот обыкновенный российский школьник, который подарил нам классику жизни. Классика жизни. Вот такое простое видео, а фразочка «классика жизни» запомнилась зрителям надолго. Видите, иногда не обязательно быть Пушкиным, чтобы тебя цитировали. И к бронзовому призеру нашего топа. Как ни странно, мы снова возвращаемся к жителям скандинавского полуострова. И тут необходимо небольшое предисловие. Это социальный ролик по инструкциям финской полиции о том, как вести себя при попытке изнасилования. Не в смысле «тяжело дышите, идите за своей жертвой, дожидайтесь темной подворотни», а в смысле инструкции для женщин о том, как этого избежать. В первую очередь рекомендуется сказать «нет». То есть «нет, спасибо, насильник, может, другой раз?» Если это ничего себе не помогло, ролик советует сказать «нет» и толкнуть насильника. А самое эффективное, что точно должно остановить попытку изнасилования, это сказать «нет», толкнуть и тогда ударить сумкой. Фу, плохой насильник, не насилуй, фу. Интернет — веселое место, и, конечно же, сразу нашлись люди, которые сделали джедайский ремейк этого видео. Ну, так оно и правда выглядит эффективно. С небольшим отрывом от предыдущего видео, второе место занимает свадебная хака. Хака — это не цвет модной парки, это новозеландский народный танец, который гости решили в подарок исполнить на свадьбе. Надо отметить, что в Новой Зеландии это не кажется диким. И к ним через некоторое время присоединяется невеста, а потом и жених. Ну, то есть для нас это кажется диковатым, а для них это просто народный танец. В любом случае выглядит лучше, чем конкурсы от веселого тамады с эстафетами в мешках и лопаньем шариков задницами. Бесспорный лидер февраля. Катюха. Сама удивляюсь, как у меня это вышло. Отрывок из сериала «Верю-не верю». Отрывок попал в интернет и мгновенно покорил зрителей своей классической для российских сериалов драматургии и сценарии. Коридор! Дали мне коридор, или я убил ее! Я сейчас ей горло перережу! О, молодец, Катюха, метко стреляешь. Давайте, пакуйте его быстро. Сама удивляюсь, как у меня это вышло. А по-моему, вполне понятно, как это вышло. Это же гениально. Гениально плохо. Я сейчас ей горло перережу! О, молодец, Катюха, метко стреляешь. Давайте, пакуйте его быстро. Вот так выглядит топ лучших, по мнению зрителей This is Хорошо, видео за февраль. Голосование за мартовский топ будет проходить там же, на сайте thisishorosho.ru в первой неделе апреля. Места по-прежнему распределяете вы. А пока подписывайтесь на канал, смотрите выпуски This is Хорошо по вторникам и пятницам, и до новых встреч!